Короче, приехали мы в гости к Перцу, в его село, так сказать, Полонина Перца. Вот, тут много всяких избушечек, мастер-классов, кузни там и прочие штуки сделано, как хутор такой, можно сказать. Вот тут очень красиво, вот, всякие овечки бегают, и какую-то часть сегодняшнего дня мы здесь проведем. А вот самогонное дерево. Класс, да? Прикольно такое местечко погулять вот с детишками. Находится недалеко от Буковеля. Куча каких-то мастер-классиков, всяких таких вот штучек прикольных. Поляна, красивые вот эти барашки, всякие букашки, вон бассейнчик. Так, здорово. И вид красивый очень. Вообще, бомба. Молоко гріємо до 3 градусів, свіже молоко має бути. До 3 градусів і додаємо такий фермент гілля. Це стелечу шлунка, може, знаєте, коли тілі молоде ріжуть і там їдуть. І додаємо, і до години у нас робиться сир, перемішали, сир сів на спит, а сироватка зверху. І потім намалюють, виходить у нас такий сир. Це сир називається буц. Після того ми кладемо його коптитися там, після того, як він відійшов, ми його перемалюємо і робимо з нього брензу. Чули таке? Брензу. Так, можна. Ну, і його їжу. Можна їсти і такі, і свіжі, і отако. Круто. Там у нас вогонь горить. Їх наклали у травні, так, аж поки не будемо йти додому. Це буде вересень, кінець вересня десь. Отако ми кладемо вид, там тепер не треба, аби вогонь горів дуже. Це ватра називається, гусурська ватра. І собі тако ми би муха не сідав. А ватра це от коли тлеє, так? Ні, коли ватра. Ватра, вогонь такий великий. А там ви живете прямо? Так, тут можете пройти, сфотографуватися собі, що хочете. Ого, так. Круто. А ти кровати всегда такі високі? Так. Кровати високі через те, що, ну... Щоб щось вниз положити? Ні. Тепло, у зимі тепло йде все до гори. І... Заказали собі гуцульської їдьби. Вот. Банаш, картопляний корж, квас, узвар. Сейчас как покушаем, как станем добрее и веселее. Смотрите, как тут кайфово. О, красота. Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer.
Теперь мы приехали в Буковель на озеро Молодость погулять. Тут красиво. Я первый раз в Буковеле. Так интересно, клево. Решили с Женькой прокатиться на троллее над озером в Буковеле. Классно, спустились с Женькой с троллея. Как тебе? Отлично. И мне если хорошо. YouTube, прикольно вообще. Огонь! Да, да. Ты можешь прям ко мне ближе встать. Нашли перевернутый дом. Первый раз я тоже здесь. Видел на фотках, но вживую никогда не видел. Сейчас пойдем посмотрим, что там внутри. Тесно по полке. Значит, пришли мы на местный базар. Тут есть такой базар, который работает только по вторникам. И сюда съезжаются барыги, которые продают контрабас с Польши. Кучу кофе, всяких сладостей, все очень дешево, трусы, носки и всякая там бытовая химия. И вот мы решили купить себе кофейку. Макарошки. Купили шпротов, кофе, шоколад, печенье и взяли телефончик у Василя. Он говорит, что может отправлять все это дело новой почтой. Поэтому будем заказывать кофе ловаться от ценника, от рыночного ценника в Николаеве. Отличается в два раза. Так что, а рыночный ценник в Николаеве дешевле магазинных цен в Николаеве. Сегодня специально, чтобы выйти на рынок, в люди, так сказать, одел свою новую футболочку. Вот. Очень мне понравилась продукция этих ребят. Вот ссылочку на них оставлю в комментариях под видео, в описании к этому видео. Если кому интересно, заходите к ним в инстаграмчик, смотрите, приобретайте. Очень такая плотная, хорошая ткань, приятная. И принты достаточно кайфовые. Знаешь, где видеоблогер, да? У меня есть старый такой добрый дружище, Андрюха Гастелло из Сосногорска, с которым познакомились мы в конце 90-х годов. Ездили по концертам, слушали музыку, употребляли различные веселые напитки. Андрюха сам из города
Рахова из Закарпатья. Вот. И, собственно, я вот только сейчас, буквально 2 минуты назад, ступил на землю раховскую, вот, проехал табличку Рахов. И хочу тебе передать с твоей, так сказать, родины огромнейший привет. Пусть все у тебя будет хорошо, не болей. Ну, вот за тебя, короче. Вот. Попозже поедем в Квасы и опрокину за твое здоровье бокальчик пивка. Доехали до географического центра Европы, который находится под Раховом в селе Деловое. Стоит табличка. И вот там чуть дальше памятник, сейчас покажу. Двадцать первый сегодня. Дякую. Вот, я получил свидетельство о том, что посетил географический центр Европы и занесен до книги почетных гостей. Вот такая штука у меня теперь есть. Вот он, этот длиннющий столб географического центра Европы. Еще одну наклейку хочу наклеить. Да. Говорят, потереть надо центр Европы. Вот. Трем, собственно говоря. Ехали в Квасы. Я очень хотел сюда попасть. Это самое сердце броварни ЦИПа. Сейчас будем смотреть. Всего пиво ЦИПа, которое вообще варится, продается в Украине, оно все варится здесь, в Квасах. А вот смотрите, какая ЦИПа. Вот они, знаменитые яички, в которых варится ЦИПа. Очень душевное место, очень понравилось. Теперь хочется посетить все ЦИПы, которые есть в Украине. Их, в принципе, не так много. Там в Харькове, в Рахове, в Квасах мы уже были, в Николаеве мы были. В Киеве еще несколько. И, собственно, все. Вот такие вот дела. Спасибо вам, Квасы. Спасибо. Квасы. Напился пива, пойду менять свои я мокрые трусы. Курица такая идет. Ноги длинные. Это маленький курица. Цып-цып.